Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Луны Тюнес. Давайте заберем у наших персонажей все, что они насобирали. Так, и что, на этом все, что ли? Вроде бы... Вроде должно быть больше. Так, сундук. Назначить. А этот откроем. Блин, да что ж такое-то? Опять, что ли, глюк? Да, получается, что мы сейчас, ребята, с вами, да, потеряли сундучок. Не понимаю, почему так происходит, но вот так вот оно выходит. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, что у нас здесь есть. Ага, вот этот можно открыть. Замечательно. И что нам выпадает? Деньги, опыт, кирпич, магнит, катушка. В принципе, неплохо. Но зато у нас теперь очень много свободного места, и мы можем его забить сундуками. Так, давайте заберем ежедневное задание. Так, отлично. Ну что же. Ага, вот еще кто у нас тут. Магнит. Ух ты, довольно неплохо мы слутали. Ну, вроде бы как все, да? Скоро у нас, ребята, будет 20 уровень. Так, иди исследуй лес, Фогорн. Тебе это нужно, так же как и мне. Кого еще пошлем? Так, наблюдать за птицами. Бойскаут. Отлично. Ну что же, выбираем следующего Бани, и пускай он отправляется в Альбукерке. Ну что же, кого нам взять-то? Нет, Даффи у нас пока слабенький. Давайте кого-нибудь здесь выберем. Ага, ну-ка. Сильвестр, давай, иди делай фотографии. И еще одно задание на 3 звезды. Так, не подходит Пенелопа нам. Ага, Пигги. Ну-ка. Да, иди ищи новых друзей. Ну что же, все, вроде бы мы сделали. Здесь мы забираем. Получаем 13 еще самоцветов. Так, и давайте вот, наверное, начнем с золотого сундучка. Отлично, вроде команда здесь неплохая. Мы возьмем тоже себе ковбоя. Так, Фогорна, Пигги, и, наверное, возьмем с вами вот так. Да, в принципе, почему бы и нет. По силе мы его превосходим, так что, думаю, особых проблем никаких здесь не будет. С победой! Поехали! Ну что там у нас, подготовка идет, и мы начинаем. Ну что ж, давайте начнем с ковбоя, потому что он будет своего быка вызывать, а это нам не нужно. Отлично, он делает провокацию, но я думаю, что это ему не поможет, потому что мой бойскаут его должен победить. Вы видели, что там проскочило, а, ребята? Там проскочило уклонение, так что он увернулся. А у меня очень мало хп. Наверное, нам надо будет с вами вот так вот сделать. Так, тихо-тихо, успокойся. Вот теперь я полностью спокоен. Давайте добивать ковбоя, отлично. Фогорн бьет моего, но мы будем, наверное, с вами Даффи. Да, чтобы он нам, как говорится, не мешался. Давай-ка плетка его. Интересно, выживет, нет? Ну, смотри-ка, выжил еще. Но Пигги его добил. Так, ну что ты тут стоишь, а, Пипе? Ах, смотри, что творит. Начинает ядовитый танец делать. Ладно, я думаю, мы это как-нибудь переживем. Главное, по-быстренькому с ними расправиться, и все, и мы на коне. В принципе, тут остался только один Фогорн, и я думаю, что получится у нас все это довольно быстро и без потерь. Так, отхилимся. Замечательно, и давайте добивать его плеткой. Ах, смотри-ка, еще выжил. Тогда бойскаут завершает этот бой. Ну что же, победа, ребята. Мы получаем 3 звезды, получаем с вами золотой сундучок, 3 билетика. Отлично, сейчас мы его поставим в банк. Пускай он будет у нас на открытии. Сейчас мы еще выберем охрану для него. Так, так, вот так. И вот так, отлично. Ну что, я думаю, наверное, мы сейчас с вами еще сходим на один бой. Почему бы и нет. Будем копить билетики для очередного открытия. И это будет у нас, опять же, золотой сундучок. Так, Фогорн и Пигги. В общем, наша стандартная команда.
Без свиньи мы никуда, без фограна, без нашего танка тоже мы никуда не идем. Так что у нас это будет как бы стандарт. Ну что же, приступаем. Да, наверное, мы вот так вот сделаем. Бакс Банни здесь не нужен нам. 97, неплохо довольно-таки мы его ударили. Так, давай вазанкой. Вот так вот, отлично. Так, свинюшка, давай-ка. Вот так мы сделаем. Фогров, естественно, у меня встает в провокацию. Ну, это он все вытерпит и выдержит. Никаких проблем пока нету. Ну, а мы с вами бьем плеткой. Да-да, страусенок. Все, он сдулся. Ага, Фогр, бейсболист. Смотри-ка, а почему это он два раза бьет? Хм, очень интересно. Ну что же, наверное, вот так посмотрим, что это такое у нас. Провокация, повышение уклонения. В общем, все плюшки, которые только есть, он сразу активировал. Ай-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило его добить. Но, в принципе, ковбой делает это дело. Все, и остался у нас только Гектор. Бедный-бедный Гектор. Я тебе, конечно же, не завидую, потому что сейчас тебя разберет бык. Я на это, по крайней мере, надеюсь. 92. Да, все, отлично, ребята. Мы получаем с вами очередной золотой сундучок. Сейчас мы его поставим. У нас уже 6 билетиков, и это хорошо. Так, давайте его назначать. Вот сюда. Банк фермы. Отлично. И выставляем, естественно, охрану. Все, замечательно. Если нам ничего не дадут, мы с вами пойдем на очередной бой. Да, у нас тут ничего пока нету. Можно, конечно, немножко поднять опыта нашему Сильвестру Ковбою. Ух ты, тем более у нас есть большие пробирки, как вы видите. И сейчас мы это, ребята, дело по-быренькому сделаем. Так, а на 19-й, наверное, не хватит, да? Совсем немножечко. Ну ладно, сделаем ему так. Он же все-таки у нас как основной идет. Довольно неплохо, смотрите, повысили. Ну, меня вполне устраивает. Теперь он будет еще сильнее, чем был прежде. Так, и у нас тут, я смотрю, ежедневные задания. И еще 14 самоцветов. Это будет 48. Ну, маловато, маловато еще. Так что плавненько переходим к очередной баталии. Кого бы нам взять-то, а, ребят? Давайте-ка глянем вот этого персонажа. 1890, слишком большой. Давайте вот этого, наверное, возьмем. Да, я думаю, с ними мы вполне легко справимся. Заработаем сундучок и заработаем, естественно, еще билетики. Ну, а потом, конечно же, мы будем крутить с вами рулетку и зарабатывать новых персонажей. Или эволюционировать. В общем, посмотрим, как у нас здесь дело пойдет. Я послал ребята на автобой, просто хочу посмотреть, как здесь все будет дело обстоять. И причем довольно-довольно неплохо. Так, Бернард снизил защиту Фогорну вражескому. И мой Фогорн атакует дубинкой. Ну что ж, довольно неплохо. Так, вызываем быка. Минус 91, отлично. На Бернарда он вызвал своего быка. Это плохо. Так, повышение атаки. Ну-ка, кого он бьет? Умница, умница. Добили вы вражеского ковбоя. Великолепно сыграл автобой здесь. Так. Нет, свинюшка, тебе надо немножко отдохнуть. Так, кот бьет. Ну-ка. Оу, снизили защиту. Повышение крит удара. Ого, ничего себе, они тут поусилялись у меня. Так, все, свинью мы добили. Ну и, естественно, бойскаута тоже, скорее всего, мы сейчас добьем. Минус 107. Отлично, отлично сыграно было. Без моей, конечно же, помощи. И мы получаем еще 3 билетика. Получаем с вами сундучок, но нам, наверное, ребят, придется его выкинуть, потому что места уже под них нету. Хотя мы можем, наверное, и открыть. Вот этого я не понимал. У меня же 48 самоцветов. Почему я не имею права его открыть, а? О, давайте вот этот откроем. 41, почему бы и нет. И что нам здесь достается? Так, деньги, опыт, листик, молоко. Ну что же, довольно неплохо. А сюда мы уже назначим этот сундук. Все логично у нас получилось. Так, охрану выставили. Пускай защищают.
Так, ну что, ребята, будем крутить или... Оу, смотрите-ка, у нас тут что-то появилось. Это что ж такое? Мы можем улучшить домик Даффи. Да-да-да, я думаю, мы этим и займемся. Зачем добру пропадать, как говорится? Ух ты, мы сейчас, наверное, получим 20 уровень, да? Нет, еще не получили. Немножечко буквально, ребят, не хватает. И мы приступаем к рулетке. Поехали. Кто нам достается? Ага, Порки, значит, ясно, это хорошо. Поехали далее. И... Ага, вот оно как, Пепе. Ну ладно. Следующий у нас будет, ух ты, Фотограф. Слушайте, еще одну карточку, и его можно будет эволюционировать. Так, опять у нас выпадает Пепе. И Камайжор, да? Так, ну ладно. На этого я особо ставки не делаю, потому что, смотрите, до него еще далеко и долго. Жаль, конечно. Опа-на, а вот этого у нас еще не было. Так, и опять у нас выпадает на Порки. И последнее у нас вращение осталось. Выпадает Пепе. Ну что же, нет, билеты мне больше не нужны. Не так, конечно, как я ожидал, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, и мы продолжаем с вами бои. Так, по-быренькому выставляем команду. Оу, критическая ошибка. Ёлки-палки, они обновляют ее через 3-4 дня каждый раз, и почему-то не могут исправить вот эти элементарные баги, которые у нас частенько встречаются в игре. Честно говоря, немножко даже нервирует. Ну ладно, хотя бы в этот бой нас запустили, и мы будем здесь бороться. Так, отлично. Вау. Ты смотри-ка, а? Что он творит? Да, ребята, я поставил на автобой. Я сейчас хочу посмотреть. Так, курица, успокойся. Ты смотри, что творит, а? Ну что, Гектор, получи дубинкой. Еще и оглушение. Оу, и ковбой его, естественно, добивает. Быком, минус 106. Довольно неплохой был удар. Ага, бойскаут атакует моего Фогарна. Мы бьем плеткой. Так, курица, пока. Да, все отлично у нас получилось. Пигги нас отхилил вовремя как раз. И, в принципе, теперь мы можем здесь спокойно их разбирать. Ты смотри, что делает, а? Он похилился немножко. Ну-ка, так, повышение критического удара, защита, уклонение. Но почему-то не спасло. Все, бойскаут свое отыграл. Ну и Пигги, естественно, тоже. Потому что сейчас его бык протаранит. Минус 104. Победа наша. Сундук, естественно, ребята, нам этот придется с вами выбросить, потому что под него уже нету места. Мы последние с вами самоцветы потратили. И, как говорится, мы его уже не сможем никуда поставить. Да, придется, ребята, выбрасывать. Жаль, конечно, но ничего с этим не поделаешь. Так, выбрасываем. И я думаю, мы сразу же, наверное, пойдем на очередной... Оу, ребята, поздравляю нас. У нас 20 уровень, и нам открывается пустыня. Вы представляете, новая локация. На ней мы еще с вами ни разу не были. Вот она. Она была у нас в тумане. Так, и нам с вами доступен новый персонаж. И это у нас... Это кто же у нас такой красивый, заводной? Ага, Койот Вайл. Ну что же, ребята, я вас поздравляю. У нас с вами появился Койот. Отлично. И дружит он, как вы видите, с кем? Он дружит с другими Койотами и со страусенком. Они в паре наносят больше урона. Так, забираем 12 самоцветов. Так, здесь мы тоже забираем. Вот еще у нас какой будет скоро Койот. Так, и я так понимаю, нам сейчас дадут домик для этого Койота. По идее, должно быть так. Погодите, это где у нас? Это у нас в пустыне. Так, погодите. А, вот, вот, построить за 200 монет. Конечно, мы его устанавливаем. И все, и у нас тут бегает уже по пустыне Койот. Отлично, а это означает, ребята, знаете что еще? Что у нас освободилась еще одна ячейка под сундук.
Теперь у нас 4 места. И это очень хорошо. Так, ну что ж, давайте мы посмотрим с вами. Оу, золотой, но здесь очень сильный враг. Даже не знаю, кого и взять-то. Может быть, вот этих вот ребят попробовать. Так, и свинья. Все, отлично. Так, у нас 3 билетика уже есть. Надо еще пару боев сделать, да? И будет у нас их 9. Так, ну что же, давайте автобой и посмотрим, что у нас получится здесь. Так, бабуля, успокойся, ты со своей пушкой уже достала, если честно. Так, повышение крит удара делает Пигги. Уклонение, оу. Это что-то новенькое. Ё-моё, ничего себе он дал. Так, Фогарн Бернарду прописывает. Естественно, ковбой добивает его. Так, слушай, а тут Фогарн индеец. Ага, делает из-под тишка удар. Ну-ну-ну, смотрим, смотрим дальше, что происходит сейчас у нас будет. Сможем ли мы их победить? Пигги очень правильно делает, подхиливает все как надо. Теперь у меня еще Фогарн встал в стойку и... В принципе, моя компашка непробиваемая. Так, бабушки, мы защиту понизили. Ёлки-палки, тут вообще будет сейчас жесть просто. Смотри, что она делает, а? Ай-яй-яй-яй, уклонение. Уклонение очень хорошо сработало. Так, ну что, бабушка, пора тебе прощаться. Да-да-да-да-да, именно так все и происходит. И, нет, выживает, но ковбой его добивает плеткой. Отлично, ребята. Мы с вами получаем очередной сундук, 3 звезды. И, естественно, мы этот сундучок сейчас с вами будем устанавливать в пустую ячейку, которая у нас появилась в пустыне. Вот она. Нам еще нужно будет, видите, банк города. И это последняя будет локация. Я не знаю, честно говоря, на каком уровне она откроется. Наверное, на 30-м. И очень хочется посмотреть, что там будут за персонажа. Так, ну смотрите-ка, мы медальку получили. Ага, забираем. Слушайте, скоро-скоро совсем уже откроется койот. Так, а здесь у нас ежедневка. Так, 12, да? Это получается 56. Отлично. Ну что ж, давайте крутанем, наверное. Возьмем пустыню, потому что здесь у нас новые персонажи. И будем смотреть, кто нам выпадет. Ага, койот. Валли выпал нам. Ладно, давайте дальше. Опачки. И кто здесь у нас? Ух ты, у нас с вами, ребята, новый открывается кот. Не могу посмотреть, как его там величать. Ну, в общем, мы его когда активируем, увидим. Какие-то там стрелы. А, это, видимо, индеец. Так, ух ты, ничего себе. Вот такой утки я еще не видел. Так, и опять выпадает нам койот. Ну что же, еще билетики есть, так что крутим. Так, острые стрелы. Опять он. Оу, у него уже 20 карточек набралось. И койот вайл. Отлично. Так, еще разок. Оу, Сэм выпал. Ну и последний раз мы крутим с вами. И выпадает вейл. Ладно, в принципе, неплохо, ребята. Сейчас мы идем с вами и активируем вот этого кота. Сильвестр Острые Стрелы. Ну что, ребята, поздравляю, у нас пополнение. Новый кот-индейц. Так, смотрите, у него тут... Ну что ж, довольно неплохо, неплохо. Так, и вроде бы как все. Здесь мы больше ничего сделать не можем. Так, забираем ежедневные задания. Подождите, не туда нажал. Отлично, у нас уже достаточно кристаллов. Мы, кстати, можем что-то открыть. И, я так понимаю, этот домик сейчас будет для... А подожди, для кого? Для индейца, скорее всего, да? Да-да-да, именно для него. Давайте вот так вот поставим. Нет, вот сюда. Отлично, все. Теперь у нас уже здесь 2 домика. Появился кот и койот. Ходят они по пустыне и никого не трогают. Ну что ж, давайте откроем тогда с вами.
Почему бы и нет, пока у нас есть самоцветы и освободим себе место под еще один сундук. Опа, кактус, первый раз вижу. Такого раньше не было. Так, и сразу же идем на очередной бой, ребята. Опа, золотой сундук. Я думаю, надо брать его обязательно. Давайте возьмем ковбоя, так, и свинью нашу. Все, наша стандартная бригада. И я надеюсь, мы сейчас победим их. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось в это верить. Так, я не знаю, автобоем будем делать или как? Или сами? Давайте автобой, наверное, поставим. И посмотрим, как здесь все получится. Ага, вот они как делают. Снизили защиту. Опа-на, какой красивый. Что это такое? Ничего себе. Ох ты, Бакс Банни, хитрожопый. Ну ладно. Так, отлично. Оу, бабуля делает на всех контрудар. И это плохо. На, получи, ковбой. А он плеткой. Оу. Ёлки-палки, ребята, я боюсь, сейчас мою свинку-то забомбят. А мне бы этого очень сильно не хотелось. И, да, да, Банни, гаденыш, его добьет своим вот этим вот взрывом. Черт подери, не видать нам, ребят, золотого сундука, как своих ушей. Да, ну я скажу одно, если бы я лично сам играл, мы бы их разобрали, больше чем уверен. Это что такое? Что такое? Что он творит? Даффи, успокойся. Так, провокация. Интересно, справимся мы или нет здесь, а? Мне так лично это очень интересно знать. Да нет, скорее всего, мы победим здесь. Ах ты, смотри, что делает. Ну все, тебе ковбой мой задаст жару на 111. Вот это довольно неплохо. Две звезды, ребята, сундука нам не видать. И, я так понимаю, игра подзависла, к сожалению. Ну что ж, тогда я буду на этом завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.